муниципион должен быть экономически процветающим городом. А первое, что я хочу, это, конечно же, бюджет города, поскольку именно бюджет является основным источником дохода. В вымышленном городе три микрорайона – Фрик Плейс, Копперфильд и Мафия. Население 30 человек. Среди них пресса, налоговики, банкиры и юристы. Сегодня день выборов. Игроки должны определиться с кандидатурами мэра и депутатов. Я Лемешко Роман, и за каждым моим словом стоит реальное дело. Меня подвигнуло на участие в на должность мэра – это мотивационный ролик, который показали нам сегодня в начале дня, из которого была взята моя фраза: «Ты предполагаешь сейчас то, что будет с тобой завтра». Это и есть именно то, что меня побудило. Цель программы «Муниципион» – научить подростков проявлять себя, работать в команде, подготовить их к взрослой жизни. Мастер-классы для ангарских школьников проводят почетные гости из столицы. Суть основная этой образовательной программы в том, чтобы детей научить реальной экономической деятельности, которая у нас на территории государства существует, да, в различных формах, различных видах, познакомить с общественно-политическими основами жизни в нашем государстве. Логическим завершением программы станут новые проекты, культурно-досуговые кластеры, придуманные участниками. Разработки могут стать паровозом реальной молодежной политики на территории Ангарска.